Молодец. Плачет куча моя. Молодец. Пошла. Даниил, Даниил, Даниил. Дать. Ходить будем? Когда ходить начнем? Вот сейчас мы начнем. Ой, ой. Мама, ты телевизор. Вот так сделай, открой телевизор. Дальше. Здорово. Вот сегодня вечером ты сам пойдешь в свою. Я уже скоро и не нужна буду. Будешь сам бегать. Прыгать. Да, еще и не догоним тебя. Дальше. Ну, давай, пошли вперед. Дальше. К маме. Ой, а занавеска-то у него какая красивая. С бантами, Дэнк. Да. Молодец. Это новые свечки. И да, это новые, их еще ни разу не зажигали. Эти свечки будут на твоем тортике, да, на твой день рождения. Это мне свечи? Да. Продолжай ходить. Иди. На твой торт. А? Тебе по лифту. Вот этой ногой очень сильно. Ну ничего. Потом, когда проскучился. А что? Нога? Ну? Давай. О! Еще. Пойдем, пойдем. Еще, еще. Чуть-чуть осталось. Сейчас до раскладушки дойдешь и уляжешься. Отдохнешь. Давай вперед. Так. Ох ты. Данька, да ты скоро так бегать будешь. Да. О, смотри, скоро и слава не понадобится. Конечно. Да, сынуль? Еще вперед слава будет бежать. А слава за ним будет бежать вслед. А сейчас подожди меня. Чу-чу, сейчас все пройдет. Ничего. А бицепсы качать. Это просто от непривычки, Данька. Да. Ты просто не привык еще. Конечно. А вот так будешь часто ходить и вообще никаких. А тут немножко осталось до раскладушечки. Дойдем и все. Пошли. За локти. Нет, а я тебя вот так буду держать. А ты шагай. Нет, ты на меня не висни. Сильно. Ты вот опирайся на ногу, а второй шагай. А что без костылей-то? С костылями-то лучше. А ну-ка еще подыши, подыши. А то камера. Ходи. Ты близко подходишь. Ты так. Близко подходишь. Ты так. А когда ты близко подходишь, у тебя кроме головы вообще ничего не видно. Вот и все. Ну вот, молодец. С днем рождения тебя. Сюда. Иди сюда, иди сюда. Ну вам вообще-то ставку у нас будет. Иди на меня. Сейчас, о, киборг-то наш. Что, кого? Пятилетний. Смотри, цвет. Пап, ты что-то на Дани на голову перешел. Глаз попаешь. Себе. Себе? Да. А мне тебе. А у папы защита стоит. А у меня невидимая. А. Что, кровь появляется? Да. Рециркуляция жидкости в
кожных покровов головы. О, красавчик, пацан, красавчик. Чего губы сковородкой? Дату поставила? Чуть-чуть. Дань, завтра ты уже забудешь о ней, ей-богу. Да, завтра ты уже забудешь. Она тебе даже напоминать о себе не будет. На голову. Давай. Даня, дай мне вот тот костыль. Ну, давай этот и потом второй. И второй, да, пожалуйста. Молодец. Спасибо. Ну-ка еще. И сегодня же ты узнал, что у тебя скоро будет братик или сестренка, да? Да. Что он себе позволяет? Что я делаю? Я совсем спятил. Черт. Что он делает? Ты еще спрашиваешь, это только начало. Набряг. Тебе закрой. Угу. На. Да. Это точно. У тебя пробочка выпала? Нет. А что внести-то? Он сам может уже ходить. Ну, он будет до утра идти туда. То есть ты как заброшишь. Блин, да. Как брошу вот эту кровать. Как я брошу. А сделай ему это. В ямку бух. Ямку. Не надо. Ну, снимай футболку. Тряхивай за тебя. Из мешка. Даня, пижама лежит вон на диване, на этом, на ребре. Вот и молодец. Ну, снимай футболку. Ну, вот и молодец. Не будет, Дань. Будет, я видела. Подождите, вот один из замечательных пациентов доктора, Данила. Данила мне сказал, что он просто фанатеет от Гарика Мартиросяна. Правда, Дань? Да. Фанатею от Олега Викторовича тоже. Даня, скажи нам, пожалуйста, что с тобой было? Ну, раньше у меня ноги стояли вот так вот, кривые, иксом. И благодаря Олегу Викторовичу Бедику у меня теперь прямые ноги. Я ему очень благодарен за то, что он дал мне возможность ходить на здоровых ногах. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить тебя, что ты вот так терпеливо вынес это все. И так как ты от меня фанатеешь, то, в свою очередь, мы с Элизой хотим пригласить тебя в программу «Минута славы», чтобы ты показал все свое умение и талант, уже такой здоровый, крепкий мальчик, и чтоб от тебя фанатела вся страна, если у тебя получится все. Благодаря, конечно, доктору Бегику. Это все благодаря ему. Спасибо вам огромное. Поздравляем вас.
Вы знаете, Бог дал человеку два колена, чтобы одно он преклонил перед врачом, другое преклонил перед учителем. Я благодарен всем моим коллегам в больнице, с которой я работаю, и с которыми мы очень много сил вложили для того, чтобы этот метод помог таким детишкам вставать на ноги и ходить. Я благодарю мою семью, благодарю моих друзей. Спасибо. Могли нормально жить нормальной жизнью. И вот уже прошло достаточно длительное время, и эта программа действительно работает. Я очень счастлив, что я здесь стою. Вы знаете, Бог дал человеку два колена, чтобы одно он преклонил перед врачом, другое преклонил перед учителем. Я преклоняю свои колени и благодарен коллективу моего университета и моему ректору Петру Витальевичу Глыбочко. Я благодарен моим учителям, это директору Российского Курганского центра Владимиру Ивановичу Шевцову и ректору Самарского университета Геннадию Петровичу Котельникову. Я благодарен всем моим коллегам в больнице, с которой я работаю, с которыми очень много сил вложили для того, чтобы этот метод помог таким детишкам вставать на ноги и ходить. Я благодарю мою семью, благодарю моих друзей. Спасибо. Данила, стой! Данила, ты куда? Я, в свою очередь, хочу поблагодарить тебя, что ты вот так терпеливо вынес это все. И так как ты от меня фанатеешь, то, в свою очередь, мы с Элизой хотим пригласить тебя в программу «Минута славы», чтобы ты показал все свое умение и талант, уже такой здоровый, крепкий мальчик, и чтобы от тебя фанатила вся страна, если у тебя получится. Особенно с тем коллективом, с которым я работаю. Очень часто
приходится применять навыки. Я думаю, что вообще в пути психиатров быть не может, потому что психические нарушения ждут нас всех в далеком будущем. И поэтому психиатр, я бы сказал, что психиатр — это больше человек будущего, а не прошлого. С этой оптимистичной мыслью я хочу, чтобы мы все поаплодировали, на самом деле, Олегу Викторовичу, потому что он сотворил чудо. Спасибо вам. Поет Юля Савичева.